Здравствуйте, мы рады вас приветствовать на пресс-конференции группы «Убик». Пожалуйста, задавайте вопросы, мы готовы отвечать. И газета «Сельский час», первый вопрос. Какого вы забыли на фестивале? Хороший вопрос. Следующий. Журнал «Буревестник». А правда ли, что песня «Хранители леса» — это не ваша песня? Да, это не наша песня. Эту песню написал сам Господь Бог и явился в виде Надежды Кадышевой. И подарил ему. Так все и было на самом деле, да. Да. Спасибо за вопрос. Хорошо, еще вопрос. Что вы сделаете с денежным призом, если вы его получите? Ну, я думаю, первую половину мы однозначно пропьем. Да. Вторую мы потратим на... Отдадим фонд защиты черно-белых животных. Да, да, да. Следующий вопрос. Итак, какие хиты на предстоящем фестивале вы планируете исполнить? Приходите в нашу церковь по субботам, и вы все сами узнаете. Гранд-арена, 16 апреля, 6 часов. 7 часов. 7 часов. 7 часов. Ждем вас.